Ездят друг к другу на даче, хвалятся красотой и делятся секретами летом и зимой. В Междуреченске есть клуб садоводов. Он и объединяет тех, кто выращивает. Называть занятия можно по-разному. Главное, что хобби объединяет людей. Десятки междуреченцев в кругу единомышленников. Цветочная болезнь существует, подтверждает клуб садоводов. Почти 10 лет объединяет любителей цветов со всего Междуреченска. Задача нашего клуба – это распространение цветов, изучение цветов, изучение агротехники, привлечение как можно больше людей к такому хобби, как цветоводство. Летом на даче практикуются, а зимой делятся знаниями с единомышленниками. Теоретические уроки проходят 2 раза в месяц. Тема этого занятия – розы. Будет часть, например, вот. Или вы будете делать... Из вечной болезни у меня георгины. Я их сажаю столько, что картошки столько не сажают. А вот в настоящий момент я заболела розами. Подружки, соседи и так далее видят, что у тебя появилось что-то новое. Ой, я к вам хожу. А те, кто приходят к нам в клуб, они уже не уходят. И они все восхищаются, как у нас здорово. Замечено, садоводство и цветоводство набирают популярность. И с каждым годом в незабудку, так называется клуб, приходит все больше людей. На вопрос, почему так происходит, отвечают. Красота спасет мир. Екатерина Борисова, Игорь Докучаев. Новости. Мой Междуреченск.